Рандаты, фляйки, кувырки из сальто и другие акробатические и танцевальные элементы продемонстрировали свыше 1000 участников спортивного фестиваля по чирспорту All Star Fest, который прошел в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Участников соревнований поприветствовали депутат Совета депутатов городского округа Щелково Андрей Якубов и советник главы городского округа Щелково по вопросам физической культуры, спорта и молодежи Николай Павлов. Насыщенная программа фестиваля включала в себя более 200 выступлений талантливых спортсменов от 3 до 45 лет из Москвы, Щелково, Мытищ, Дмитрово, Орехово-Зуево и других городов Подмосковья. Здесь можно показать свое мастерство. Оценивают спортсменов судьи всероссийской первой и второй категории. Спортсмены получают комментарии, пожелания на будущую работу. Ну и, конечно же, борются за призовые места, получают награды. Фестиваль проходит в Щелково уже не первый год. При поддержке «Единой России» в рамках проекта «Детский спорт». Великолепные соревнования Федерации чирспорта Московской области, Федерации чирспорта России, Сергей Владиславович Морозов. Они организуют для нашего Щелково каждый год большой красочный праздник. На фестивале были представлены все чирлидинг и перформанс дисциплины чирспорта. Щелковский клуб «Диамант УСК» выступил в 3 номинациях и показал фееричные номера. Команда уже много лет тренируется под руководством хореографа Елены Банчиковой и выступает на базе универсального спортивного комплекса Подмосковья. Наши талантливые спортсменки завоевали первое место в номинации «Чир-данс-шоу» и второе место в номинации «Чир-хип-хоп». Такие соревнования как раз мотивируют, они приходят с удовольствием, им с каждым разом нравится, они понимают, куда пришли, чем занимаются. Вот такая обстановка получается творческая, спортивная. И когда приходят на эти соревнования, родители всегда говорят, как хорошо, что есть такие мероприятия, и мы можем развиваться вместе. Для многих спортсменов чирспорт – это не только дисциплина, которая развивает физические и морально-волевые качества, но и сплоченная, дружная команда. Ну, для меня, конечно же, это семья. У тебя что-то не получается, ты можешь к ним обратиться. Это просто как бы стало частью жизни, и сюда можно приходить отдыхать. Даже если это очень тяжело, ты приходишь, ты перебарываешь себя и достигаешь новой вершины. Все участники – настоящие звезды соревнований. Яркие костюмы, зрелищные номера, крики болельщиков и высокие оценки судей подтверждают это. Евгения Корытько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.